еще пару неделек, и надо будет пробовать уже в РС-ку 25 хм собирать, хотя бы потратить. Но у нас как бы хилы есть заряженные, нужны танки. Можно одного, там, двух танков соулчата отобрать, и все, и можно уже вырываться. Хотя бы на один рейд более-менее адекватных ребят. Там 6-1 убивается. Сейчас нормально пойдет, сейчас уже плюс один рейд, ссылка обычка, это нормально один. Читаю 3 ЦВК, 2 РС, 3 ИК, 1 гильдия. Ну там, если кто-то хочет собирать, то ради бога, собирайте еще там. Просто у РЛов у одного один персонажа, у второго два персонажа, сейчас третьего только. Пишу. Если хотите, там сами собирайте, там нормально все будет. Там ИК там вообще нефиг. РС-ку там я тоже вот, сами видите, почти мало. ЦВК там таймеры озвучиваете, нормально все. Сука, хотел сказать дайте колечко, оно у меня уже такое есть. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей в Вондре. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. О, посмотри, прототовары, протопаладин нормальный. Иди лучше ретриком вагоном, Ванек. Ты лучше ретрик, шпанка, без разницы. Там принимайте судно, то там блок поставил шкаф и ушел покушать. Так что принимайте, пока он не придет, потому шкафа не будет. Так, давайте после этого бокового трэша, потом основной трэш по центру тоже заберем, убьем его нафиг. Потом если не сам подкрадется неожиданно. Ой, там горгулья сожрали. Косты, да, у нас слуги. Косты, слуги, сбейте. Ретрики, гнев небес. Все нормально было. Опами, бля. Ну нормально, бейте там. Три танка, нормально. А на ретрики, гнев небес. Точечный стан. От рейда отверните и убьем.
Ну, давайте врываемся наверх в танки хилы тут. Сар или боковой трэш, стойте, пока он подойдет сюда. Туда не идите. Тут большого сара. Че, типа, есть 5 голд стоит, что ли? Да, 500. Да не, нормально, воденькая. 1500 кольца, по 500 где-то. Водинка 500? Не, по 300. Да не, водинка. Водинка 400 где-то стоит. Что это там? Да сегодня смотрел только на аукционе 6, я покупал там 1000 с чем-то стоит. Встаньте за стеночку, все сейчас трэш приведут, за стеночку встаньте. Нормально ламбер на ДЦ? Наебись просто. Так же как и Хастаху липал, ебать. Что там, психия, ты с нами, не? Что писал? Есть там в Дискорде один ДДшник, РДшник, ДДшник желательно. Если не сварят, то пусть стоит. Так, ладно, давайте подходите нам по бафам. Кто-то что-то бафал уже. Туда дестроенных МП5, это каски раз. Так, ну да, я кулаки раздам, они там прокачаны. Да, Бартиман, подходи. Могу телепортнуться рыбку и из ГБ взять. Да ладно, так пойдем. Что там, Мартиван, подходи. Ну там со мной ему ничего не надо. Так, пойдем, 23 пока. Лок с прошлого рейда, ты тут, да? А, если что, я этот, Эршан, на меня МК не надо, блять. Так, давайте так пойдем, пока чек на пол. А, можешь ставить таймер? Я по МТ же. 5 секунд хотя бы. Сейчас надо макрос поискать сейчас. Я буду сам, типа, когда мне надо. Ну, у тебя есть макрос, просто это я ассиста дам, будешь сам ставить. Да. Про это я говорю. Просто не помню, на этом персонаже макрос тут чинить.
Там еще Мартиван не добежал. Да я вижу, он там АФКшек кушать пошел. История любви тут. Так, МТ про товар, да? Да, про товар МТ. История любви, подходи тут. Ну ладно, так, пойдем туда. Все готовы. Вар, сам посмотри. Угу. Не пульте раньше, таймер. Понял вас. Не, вы типа нахуй сходите, если так будете пулять. Я чисто минус рейда. Хорош. Ты где, что там это обычно? Да, а при чем тут это? У меня типа макрос на пол. Что там прожимаешь такого? Вилки без рассудства. Два шипа сзади, сбейте РДД. Сейчас меня срывают. Три дружини стоит. На пульте на вара. Давайте танки разбежали, смотрим, серебро на вас бежит, вы от него отбегаете. Хилим рейд в лужах. Один подойдет. О нет, мой ДПС. Сука, второй раз. Что там, Морти, с нами или ты офл сразу, да? Ты же там покинул, делаешь, я видел, что след дали, но... Психи, если ты в дискорде, не в офисе. Да, 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 он зашел, что-то комп слетел, ребят, разбежал. Где мой блин-тролль? Так, кольцо РТ-шное. На мой спик надо кому. А, кстати, я писал то, что ролю на Элима, не? Не знаю, напиши там, кто на кого ролит. Поезд тканевый. Руки кожаные, Друна. Мам, у тебя залет такой же, кольчужный. Какого кролика там кто-то? Вы понимаете, что... Да ладно. Не, ну просто ты ролишь, я и говорю. А чекнем. О, натуре, бля. Я думаю, где мне поезд достать? Все, заебись. Может, он... Ты ковойска. Хилю танков, Лёха. Лежи, милик. Бля, я завалю. Говорит о вашем несовершенстве, вашей славе. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Виноваться будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Не обратил внимания, кто срывал вар какой-то там дичбумбам, да? Да-да-да. Окей. Сумоняйте, ребят? Не? Да нет, там лох копнулся. Идите.
Ну кого там из элимов? Из шаманов элим есть никчемная вроде. У меня есть. Ну лучше там. Так, кто там кушал? Лучше никчемный аспект. Выйди, я забрал. Выйди, паладин, я забрал. Что ты делаешь? Никчемная есть у тебя элим. Ну давай фоллоу на этот аспект. Похитят, нормально все будет. И тут двое. Так, не пуляйте сейчас, подождем мага, долетаю. Смотрите, там по бафам пока что не... Пишите. БЕшку забери, там ноги, полки. Это штаны кольчужные, они дешевые. Распылить проще, чем продать. Давай мне их тогда. Ванёк, еще с третьей группы ДК в первую перекинь, пожалуйста. Куча хлама, надо что-то выкинуть. Смотри, там в три хила хилить, ну там нормально, захилить. Ничего такого сложного нет. Давайте мах тут, смотрите, там что по бафам не хватает, человек, там все спулили. Ну да, там право-лево разбирать. Каску поварим, тыгните. Я слева соберу, паладин. А, окей. Играйте все в трэш. Проклятие диспельте с три кнопки. Контрольте. Ничего не спать, просто бейте, там трэш выйдет. Войско дадите, сольем его. Стой, законтрольте кота, не убейте его. Я тоже его водить не буду. Контроль через 5 секунд там кого-то. Ты не в силу, противиться моей воле. Так, ладно, это бесполезно, бесполезно. Кольцо надо кому-то на мейн. Плечо дай кожаное. Крит хаст хороший. Ну давай пароль. Тебе, в смысле, на кого, где? Плечо? Да мне... Да, вот это тоже говно. Синька. Блядь, где ролл у меня, подожди. Ладно, ты выиграл. Поздравляю. Хорош. Ну-ка, у меня тут чё? Меткости 434. Ну, нормально.
На ком? На ретрике. 12%? Много процентов. Это не мой персонаж. Какое-то говно в сумке лежит, надо выкинуть все. Че, я пока в элеме? А там до конца, там до лича, может спикнемся в ДДшника. Че там, в хила спикнемся, нормально. Да мы на орке должны в 3 хила захилить. По идее. А, 2 должны захилить. А лока же нету, да? Да, блин. Скажешь, как до корабля прям недолго, чтоб и долететь успеть? Хорошо. Сейчас я шмот в банк скину. Ё-моё, тут и банк у неё забит. Эй, куда ты пошёл? У нас же шкафа нету. Там еще трэш, да? Там мы уже все убили, тебе надо еще что-то с кораблей? Угу. Сейчас я получу. Не запускайте пока, босс. Так быстро трэш убили. Водин! Хоров. Сука. Короче, гиппогриф вот этот летит. Короче, у него крылья сложены, понял? Такое дело. О, один уже полетел. Капицевали какие-то пушки бичевские на корабле. Слава, ты там летишь? Там ауру коня включи. Вот точно, напомню. Он телепортирует на корабль, давайте запустим. Так он не ВСТ. Сейчас он вниз пойдет хотя бы. Включи ауру коня. Чердейная пыль. А чё тут по 100 стакается всё? Тут профитнее типа стрелять, как рага набралась на двоечку, сразу стреляешь и всё. Когда разряжаешь двойку. А тут появляются продавцы на этаже с рука, когда его убиваешь? Продавцы? Да, торговцы. Не. Какие-то пидоры бьют. Бабл нажал. Хуй плёты, сука. Какой-то ханта босса меня чуть не убил. Ладно, Слава, заходи, а и там, смотри, мы тебя к сундуку туда суманём. Так, запустил. Суманём лока нет. А, да, ну, лутать не будем. Портанет на корабль, вот тут трэш весь. А как вы пришли на корабль? Я заведу паладин. Там другой трэш. Сука, тут с другой стороны, да? Блять, куда? Алло. Блять, там наручи падают, они пвпшные какие-то боссы. А, может шарит кто кулаки, типа истерии по пушкам канает, нет? Истерии не канает, кулаки тоже. Фиксированный урон. Понятно. Прикольно. Протопола, кстати, шарит. С обшивкой ходит. Че-че-че? Протопол шарит, с обшивкой ходит. А не с 20 стамины. Или сколько там. Че, в чем профит? Ну, типа блок, это абсорб. Там вроде сколько? 60 блока. В смысле денег не хватило. Обшивка стоит 2000, я тебе скажу. А стамина стоит
Вроде 200, что ли? Голд. По стамине. Да, 18 к стамине. Да. Типа на танку только на щит обшивку. А все подряд чарят эту стамину ебучую. Да, у нас всегда так. На шару зачарило, оказалось метой. А ты даже и не в курсе. Нет, она просто намного дешевле, я же все говорю. Обшивка стоит 2000 на аукционе. А то и 3 сейчас. Надо чекать. Надо вообще без чарок бегать. Это позорно на таком сервере с чарками играть. Кто пушки там цельтесь по задним ракетчикам, чтобы их тоже выбирать? Там ближние ракетчики, дальние ракетчики. Пацаны, я у штурвала. Славик, давай прямо рули. Заебал корабль штурма. Тут, короче, у меня ракета прилетела, сорян. Ё-моё. У ХПС не стоит, ХПС. Джек Воробей. Капитан Джек Воробей. Аж, блять, пиратов захотелось посмотреть. Видел этот штурвал. Ты самый худший из всех пиратов, о которых я слышал. Слышь, Слава, скажи, этот корабль хуже, чем корабль Орд. Уже. А я моя жемчужина. Орды, он какой-то такой кончик. Да, по-любому. Да там еще наверх подниматься надо, сразу хопа и зашел. Блять, комментарии этих дураков вообще пиздец смешные. Ну вот этих Мурадина, блядь. Протопал, у тебя есть армасет? Особенно про метателя топоров, блядь. Метатели топоров поживее! Тьфу, блядь. Армасет. Есть у тебя? На броню. Мне кажется, это для дурачков. Нет. Челам будет проще, меньше раги будет набирать. Прилетайте обратно с того корабля, сейчас добьете, сундук не лутайте, сейчас ДК зайдет, скажем, ДК зайдешь. Сундук не лутайте. Все там, пробуй заходить в бой с палкой. Да, сейчас ребафнемся. А если я буду в молоте светом, мне дадут лед? Да. Не надо именно быть здесь. Ладно, находиться целка. Так, давай, заходи сюда, портуйся. Шапка тканевая на ГС. ГС? Ладно, оденем в танке на ГС, нормально пойдем. Плащ на мейнспек. О, вот это давай. Бля, пал. Ну, АДК, чё, ты не этот, Слава, отсюда на ретрик ты? Да, конечно. Ебать, я что ли, вы ебанулся? Сука, сейчас 10 КГС дам в АДПС. Тапки кожаные. Все, запускайте, сейчас добавим. Пал, на будущее прожимаешь до начала боя за 2 секунды, а не за 3 минуты. Это рыба есть. Почем? Иди кого-то. Здесь, кстати, этот рассекающий удар от Лара по трэшу как прилетает. Нормально. Занижено или нет? Да, занижено. По магам, дайте баллы. Да. Глубокие раны, которые будут тикать, они будут носить полный урон. Ну, типа, если ты заденешь клевом. Если он занижен их там. От 2к урона, сколько глубоко рано будет носить, по 97? Ну смотри, 80% вроде, или 90%. Умножь. Короче. Смотри, я же говорю, если типа рассекающим заденут и кританут, то там повесятся типа эти раны. Первый, кто танчит? Воин. Пар. Идите на позицию, наберите ренжу. Там кулак потом 30 минут дам, что-то мне Адон не настроен, я забыл. Так, рост.
Ребятки, хилы, первая мета моя, Holy Paladin. Вторая Air Shaman. Надо, короче, правило вести, типа, если 1 миллион в трэш даешь, то более Андроном уходит. Забери, забери, Павел. Миллион? Забери тебе. А что, прикинь, как они жопу будут на трэш рвать, остальные будут жопу рвать, чтобы он миллион не набил. Забери опять, я сорвал у тебя, забери. Забери из меня. Трэш пейте, ребят, если не хотите умирать. Главное трэш. Более анролом, блядь. Да, если ты миллион набьешь трэш. У тебя изи. Пацаны, забейте трэш. Пал, прожми, забери. Прожмись, главное. Забери, прожмись. Под фурагой. Чилю тупорыло. Вар мой. Играйте по трэш. Так, ну короче, трэш надо бить, потому что не успеем. Забирай, играть забирай. Играйте в трэш. Паладин, забери трэш. Все, босса забери. Да, ему помогают. Анарду хильте. Все, молодцы, убили. Я открою портальчик. Подходите туда все. Пояс. Плащер, друг или приз. На успех. Ну ничего, ардруи берут типа СРС-ки. Не знаю. Ну, СРС-ки он РС за спадигер, он, конечно, бисовый, а так лучше этот брать, у него СПД. Все, открыл, заходите. Ну короче, там что-то там было больше, не помню, мерил уже давно. Покрытие рольте. Духа здесь больше. Так, бориться и мах перероль. Куда идем? А этот маг вот, который сейчас... Давайте на кровь пойдем. МК есть? МК маг у тебя есть? Завоеватель роль, идите на кровь. Давайте Вальку убьем сразу же. Да, да, убейте сразу Вальку, чтобы это... Потом мне это... И осколок роль. Возвращайся на свой корабль, и мы тебя не тронем. В смысле, не эта лодочка такая маленькая? Отступи, Мурадин. Позволь пройти скорбящему отцу. Я Вария. Я также известен как Логош. Логош. Не мешай мне думать. Джайна. Но кукил зелнок, Атар. Что вы там не убили еще, Вальку? Одну. Что, боишься? Не, я спал только что. Да не, висит. Че, видал, я 110к дал. Ну давай мне волю, короче. Не забуду вашей доброты. Благодарю. На кровь идите, Орел сказал. Да можно на щуку кое-что сделать нормально. Может, куда хотите, туда идите, короче. Без разницы. Я релогнусь там, говорит. А чё, КВ на чуму, что ли, стоит? Сражался достойно. Он пал смертью. Не-не, квест, в смысле, паладина скинаша ему. Думал, не хватит реп. У тебя на профа, да, квест? Нет, а тут еще осколки надо собрать, эти ДС-ки собрать, кровь надо собрать.
Все в порядке. Душ умеешь фарить правильно? Я очень. Ну, что, в обычке целка или как там? Ну, типа, смотри, ты за одно целка получаешь 190 душ. Или 180, я не помню, за фул. И... Вызовите бомжа. Чтобы, типа, за одну неделю собрать этот квест, сделать, просто заходишь раз в 3 часа, целка, идешь на дракончиков на синдроне спавниться. И в каждой сложности зачищаешь. В общей сложности получается 120 душ. Ну, с каждой, так, типа, раз в 3 часа. Не, 180, я недавно, типа, собирал души, знаю. Да тут ДШМ, а там души еще фармит, а мне еще 2-16 надо одеть, там, 5, что-то 6, 1, 2, 6, что я пока не спешу. Да, там вроде в обычке хорошо фармится, там много идет. Да, за один рейд что-то порядка 600, по-моему, нафармил ты. Душ? Ну да, ну может здесь как-то по-другому это все функционирует. Здесь по-другому. Здесь если у кого-то есть, тоже выполняет квест, ты... Ну я вот третий рейд иду, мне вот только сейчас 200 стало. Ну понятно. Я еще раз говорю. Здесь утворил ему работу, здесь кто первый ударил, и, а нет, даже не так. Кто последний. Давайте, спокойной ночи. Кто добил. Именно да, кто добил, да. А вы кто делает квест. 180 душ с одного рейда. Какие 600, я не знаю. Вы там, может, после этого проснулись? Не знаю. Я, знаете, как делал? Я проходил десятку обычку. Картовый на короче, знаете. Где синдра есть же, там эти дракончики ресуются. Раз, ну, там в 2 часа, в час, я уже не помню, сколько я там ходил, бегал. Одевал ВД-шмот и протоваря. И они же медленно бегают. И вот у меня есть стан. Я подойду, дам им стан, ну там, побью, потом блок щитом, тоже побью, стан и съебываюсь от них. И вот так вот пачку целую убивал, и через 2 часа опять, там это много. Только что про это же рассказывал я. Самое главное, ну я не знаю, как у других классов, но у Вара под этот, под удар грома одеть этот, грань, ударить во время стана и все. Чтоб дебаф повесился на мобов. Да, да. За день можно квест сделать. Главное, чтобы типа КД было. Со всех целка. 25 хм, 10 хм. Ну, 25 хм это только если ты из гильдии пошел, а так навряд ли тебя возьмут, если ты еще делаешь квест. Ну, типа, я просто звал друга, у которого было КД на 25 хм. Ну, да. Ну, типа... ну, так можно, да. Давайте все к левой собаке. Подойдите правую, только не сагрите, станьте кучнее. Топал, умеешь водить слизней? Заберись мне. Сори, срываю. Береги себя. Подожди. Не, я говорю, подожди, у меня вообще маны нет. Так это ж не уехал. Дайте печеньки, Инар. А, говорит, идите просто автоатаку на нее поставь на прелесть. Там мана растет. Там либо Эрдру, либо Эршам что-то покашет. Прям тяжело поднимать. Я первый гнев небес дам.
Женек, ты. Так, давайте там подходите, сейчас фулбар дадим. Есть там у кого-то джиз, хламовой, там не может мне рэгов дать. Сейчас, погодите, 20 секунд человек заварю, сейчас подойдут. Ну подойди сюда, чтобы мы тебя... А, ладно, забафаем. Слава, подходи. Ага, бля, а рыба есть, ребят? Ну чё, ретрики гемятся в силу, да? Сила, крит. Желтый, типа, ставишь 10 сил и 10 крита. Хосту не надо. Того не стоит. Саша тут? Она не бис, далеко не бис. Там берется это 10. Может, есть нечат у кого? Эрл, можно давать уже, да? Таймер на пол. Не-не, там сейчас хэпал отошел, сейчас он будет. Там типа фишка собирания хулипала, чтобы тебе не было шмота с МП5. А личина, она как раз таки с МП5. Из этого берется Т10. И вроде еще плечи Т10. Вот, там только башка и плечи идет, и все. Да, все остальное идет пинцетом. Что, Саша, тут? Да, тут. Чек на ФК на пул. Короче, по таймеру пулять, только не раньше. И на пул, и на вара. Там один шаман тут тотем от природы поставьте, там Элим поставь, например. И от природы, а не на ветер, ну да, вот так. Только теперь кастового нет. Вместо миришного поставьте на РДД каст. Неистовый ветер поставил. Ну короче, ладно, так ставьте, поставили, все было. Не бегайте за спину, там хилов не напрягайте. Большой будет. Я вышел. Тут водите пока. Позже будет. Взрыв. Сейчас будет. Сейчас сведут, подождите. Так, готовьтесь, все, вышли с мелизоны, там взрыв близко в мелизоне. Так, давайте, хильте. Если не можете хилить, диспельте. Захиливайте анар. Так, большой в центре. Забирай. Так, что там? Приз вроде был, приз, да, гимн на ману. Ставьте тотем. Анар, да, злей, инер, ни к чему. Ну, давайте да, порезаем Монарда Ресни Мага. Третья пати. Стало там падды. Хотя там 4 друида, юзель реса и паладина вторая пати. Забери слизня, забери. Смелизону сложит. Так, а тут сейчас она будет выбегать, скажу, когда. Все, вышли. В Мерезоне опять вышли.
Че вы умираете от слизни? Это ж отбежать просто. Сейчас большой будет в центре. Нарисуйте, павший. Так, так, кольцо на мейнспик с ловкостью. Кольцо на протовара, кстати. Так, грудь надо кому-то там, на мейнспик, на офспик. На офспик. Там самого такое. Осколок рольте. Кровь надо кому-то? Ага. Да забирай себе. Я тебе отдам. Ты сделаешь... Я-то не соберу 25 ДС. Думаешь, я его быстро соберу? Я там пока дал тебе на сир. Я же на сирусе играю. Это пока. Лол. Так, ну давайте... Шамана и хапала два раза и все. Дайте там фулл баф, люди падали. История любви. Ну, вар там, пуляй по готовности. Пока вар пуляет по готовности, не вы. Ну, блин, ребята. Сейчас поставлю на середину. Наберите уже между собой. А где третья спора, я не вижу. Беги, череп, беги. Ладно, не успел. Кто там с черепом? Неси метку, алё, кто там с черепом? Мах, подойду, хуй. Подойду. А второй с крестиком, блин. Но если вы не носите споры, это значит, что другие не надо. Сейчас 3 вайпнется и будем потом бежать бафаться. Это минус 15 минут времени. Чё, ну вам надо? Одной споры, кстати, хватает, чтобы выжить в обычке. Не говори, мы это, то не верю, будет по одной споры носить и там умирают. По 3, там 2 даже не хватает. Лучше одна разбить. Все равно очень больно прошибает. 2 нет, уже нормально. А одна больно. Уже был печальный опыт. 9 споров забирать. Когда случайно просто срываешь агро и потом весь рейд ложится. Так там просто автоатака, это бей. Чаёк завари. Кроме огненного шара, огненной глыбы ничего не вынесло на панель, да? Да. Сорян, ребят, успокойно. Ребенок играл по разносить панели. Блин, там же ханту надо было пати, да? Или я забыл? Сорян. Профа уже, если пойдешь, не пойдешь. Сейчас тут пояс упадет на ханта.
сколько отойти тут сумма нету пока. Не, пояса нет. Колено мейнспик, надо кому-то хило. Да, был моим любимчиком. На уфорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Так, руки на ДД. Классные. На мейн. Боги на аэродром. Там, а мейн, откройте мейн. Там краник потом кто-нибудь. А почему он не открыт? Ну, здесь так, тут надо открывать. После того, как а где он открывается? На X1. Ну что, Ванёк, доведи меня, сейчас я приду. Что? Там только вы не заходи, сейчас трэш будет. Нифига себе. Можно в кукле посидеть. Это о чем мне хило там идти? А, ты в кукле побуду, это все равно бесполезный. Да бывает, ничего хило, надо нет. В смысле кукле, а что типа делать ДК? Ой, почти еще паладину. Против. Бегать. Ну типа ты больше дашь по-любому. Блока не дают. Блять, мне хил аспекта нет. Чё, Лёх, спекайся в хила, а то я тут жопу порву. Бой. Бафните, ребят, мага. Заходи, да, там ивент прошел. Качайте варлоков, ребята, будете всегда в рейды попадать. В норму, в геру, в РС-ку. Варлоков вообще нет. Да кому они нужны, эти варлоки? Порталы. Единственное, что они у меня полезны. Баф от рейд на СПД. Типа 600 СПД лишний не бывает. И это в курсе. Так, сейчас ждем охотника, будем начинать. Я в кукле посижу, там вар по МТ. Я по зеленому, кстати, сейчас не буду вести. Ну, типа сразу будем приводить. Потому что, я уверен, тут даже не уберут руки от профа. Буду дальше дамажить. Нет, тут стопают ДПС. Дайте по охотникам бам. Видите, под зеленого стопанем. Хотя это обычка. Ладно, будем так зергать, короче. Ничего стопать не будет. Так, давайте чек на пул. Куклу походите, просто омоложение буйным ростом и все нормально. Дайте по волнире баф. Крест дал. Кулак дал. Thank you.
проход эти кух. Вообще похуй, что там были слизинки. Просто не делайте сейчас чарж в него, чтобы не сдохнуть. Сейчас выбери цели, будем сбегаться. Все, бейте, сбегайтесь. Так, смотрим, колбы, цель, колбы. Сбегаемся. Колбы. Сбегаемся, сбегаемся. Колбы, милики. Еще раз сбегаемся. Видите, слизни, чего вы там, блядь, профа ковыряете, алло? Да им по кайфу колбы ловить. Играйте по красному. РДД, через мирезону виде. Могу боб дать ему. Не надо. Медики тоже там переключить. Будут колбы, бейте ему в лицо, чтобы не словить. Смена цели красного, отошли от него. У вас хант БМ? Не знаю. Да. Ну, типа пет этот. Редкий. Играйте в зеленого. Сбежали все с цели, играем по нему. Добивать надо будет, сбежаться, наверное, еще раз. Сбежать. Сбегайтесь, сбейтесь, сбейтесь. Все, добивай. Стави, а что ты колбу ловишь? Согласен. 19 лет в игру играешь. Давайте РД по красному играйте. Мирики пока попробуем. Мелики тоже играть по красному. Давайте, ничего не стопаем, просто зеленого будем играть сейчас. Играйте в зеленого. Так, милики в РД-зону, бегите. Сбегайтесь и добивайте. Переводите. Два процента. Нормально, успеете. Тоже успею. Затаунтишь, да? Ну, по 300-ка. Не надо тут вообще даже воровать. Бабочка. Не, просто так, по 300-ка, я нормально. Только прожмись. Затаунти под столом, ну что ж. А, так нет, там паладин прото, второй танк. Я просто как в хугле посидел. Ну, типа ты в хугле сидел, да? Не, это три кнопки РЛ. Это протопал вагон, который паладин прото, это паладин прото, это другой человек. Ладно, просто плохо объясню, о чем я хотел тебе сообщить. Заберу. Поворвать, кстати, нет? Как он? Не, на. Кучка. Он хотел, чтобы мы уже не залили всю комнату. Не, я не понял. Колбы, кстати, бейте в лицо, милики. Не теряйте ДПС. Колбы наоборот ДПС апают. Там типа паладин из этого и словил, да? Который типа слепый. Там прям если звук у кого был включен, одни миссы были слышно. Слава из 9 пельменей не поймал только одни, по-моему. Пельмени? Колба нам на инспек надо кому-то. Я пельмени вообще не ловил. Так, ни одной шмотки на танке не было. Да, да, да. Защитить. Ну чё, я Валема.
А ты же в хиле был? Ну, типа да. Да, я спекай все время. Пока не приз, ты сможешь меня еще раз зачарить? Зачарить колбу? А кто-то